You wait. No. Будешь ждать? Тихо. Еще раз добрый вечер, дорогие, я бы сказал, самые дорогие родственники. У нас очень много родственников, слава Богу. Да, в общем, стало еще больше. И главное, им всем здоровья желаю. Но сегодня самый-самый-самый, на самом деле, такой маленький коллектив, значит, самый-самый. Редко встречаемся, говорите. Да, больше встречаемся, больше встречаемся, только на радостях. Шорио. Я дегу азиму дурдяду, как говорят, американцы говорят, пас ова. То есть, что проходило не только мимо, а подальше от нас. Сегодня отмечаем год рождения вот этого. Елене сегодня, вчера, правда. Сколько тебе лет? А? Фо. Правда, фо, фо. Четыре, да. Фо. 4 года. Пожелаю ему, прежде всего, крепкого здоровья. Счастливого будущего. Дай Бог, чтобы он своим будущим, счастливым будущим всех нас обрадовал. Елена, сейчас вместе я и слону пойдем. Отойди от меня. Здесь сидящие, в зависимости от возраста, конечно, отвечали его... Сколько там, 25-летие? Нет, свадьба. Свадьба, да, можно? 25-летие, 40-летие, 50-летие, 60-летие. Кому повезет? 70-летие. Они уже, как говорят, 80-летие и так далее. Поэтому всем вам желаю крепкого здоровья, чтобы присутствовали на свадьбе вот этого нашего любимчика. Для этого вам желаю крепкого здоровья и хорошего будущего. Спасибо. Извините. Спасибо. Спасибо.